Около двух десятков работников коммунального хозяйства Турмы с утра собрались у здания Шымкентского акимата. Возмущенные граждане говорят, компания задолжала им зарплату более чем за два месяца. Собраться, как было запланировано всем большим коллективом, не удалось. Начальство под угрозой увольнения запретило проводить митинг, утверждают рабочие. Угроза там, что с работы уволят, там туда-сюда какие-то меры, это такие уже... Сейчас при мне сказал директор, что давайте рапорт напишите, в общем, восьмую бригаду вообще, говорит, расформируйте все. Размер зарплаты в Турмыс тоже оставляет желать лучшего. Но если вовремя все получать, то кое-как можно дотянуть до следующей, рассказывают сотрудники. А пока, чтобы прокормить свои семьи, люди вынуждены кормиться фактически у мусорных баков. Деньги нету сейчас, не даю. Не, это кредит еще не закрыла. Кушать вот. Люди бутылка найдем, собирают, вот баклажка собираем, сухари, а вот это. Если мягкая лепешка, возьмем. Из квартиры нас уже выгнали. За свет, за воду не можем оплатить, тоже отключили. Воду не одна, у всех так подряд. Пенсионное начисление нету. Задача рабочих Турмы с утра в любую погоду – обеспечивать надлежащий вид улиц и дворов города. Труд этот во всех смыслах не из легких. А тут еще на носу начало учебного сезона. Почему каждый месяц перечисляют деньги, финансы? Эти деньги куда деваются? Почему контроля нету над ЛТД Турмыс? Народ возмущен тем, что скоро детям в школу пора. Все подорожало. Учебники, тетради. Из квартиры их выгоняют. Задолженность работодателя перед работниками на сегодняшний день составляет около 100 миллионов тенге. Почти тысячи смотрящих за чистотой фактически остались без средств к существованию. Руководство предприятия уверяет, задержка зарплаты – явление временное. И на это есть серьезные причины. Уточнения вот, в бюджете в июне месяце у нас не было. Сейчас в данное время мы все это восстановили. Сами понимаете, когда тендера, это значит мы через тендер же все это получаем на законных основаниях. А тендер, сами понимаете, определенное время должно пройти. Вот, например, если тендер заявку, когда участвуешь, там 30 дней определенно должны пройти. Вот из-за этого немножко задержка была. Погасить задолженность по заработной плате руководство предприятия обещает на следующей неделе. Но такие низкокалорийные завтраки эти рабочие предприятия получают ежедневно. И в тонкости правила проведения тендеров по-казахски больше вникать не собираются.